Традиционно летом Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана объявляет благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». В этом году она стартовала 1 июля. Ее главная цель – оказать помощь в подготовке к новому учебному году семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в межрайонном центре «Семья» на учете состоят 42 будущих первоклассника. К 1 сентября они получат школьные наборы с канцтоварами и новые ранцы. Мы принимаем канцелярские товары, школьные принадлежности, тетради, предметы для рисования, творческие наборы, только в новом состоянии. Школьная форма, учебники и портфели можно принести бывшие в употребление, но в хорошем состоянии, либо новые. Обращаемся ко всем предпринимателям нашего города, учреждениям, организациям, гражданам, принять участие активное и помочь нашим семьям подготовить их детей к школе. Прием ведется по адресу улицы Дзержинского, 30, работаем с 9 часов до 18:00.